Всем привет, вы на канале Фордмаг, и Kingdom вернулся, ребята, наконец-таки. Да, было на самом деле страшновато, когда он рассказал про историю с тем, что его взломали, и было даже опасение, что, возможно, вот такой пипец, придется второй канал, как говорится, юзать, создавать, опять же, не знаю, есть у него второй канал, но he is back с новым видео под названием «Я установил 57 модов в GTA San Andreas», и вот что получилось. Уже звучит чертовски амбициозно, потому что, блин, ладно, я оставил максимум там модов 15, и то в основном там на новые машины, новые модельки, просто слегка изменить графику, но 57 модов, это же опять же какая нагрузка-то на движок. Все-таки рендервейр не резиновый, ему нужно, как говорится, нормально работать. Я заинтригован, давайте поскорее это заценим. Перед началом реакции не забываем про лайк, подписочку, переподписочку с колокольчиком, чтобы не было без башку у Ютуба, и вам нормально приходили уведомления. Конечно же, побольше комментариев, расскажите, сколько вы ставили модов на различные версии GTA, и какая у вас пока что самая любимая. И гигантская, просто тотальная благодарность прекрасным донатерам, имена которых вы скоро увидите. Хотите попасть туда же? Ссылочка в описании на донатик. Ну что же, поехали! Уе! Простенько, но чертовски щекосно. О, здорово! А, добрый день. А, точнее... What's up, man? GTA The Trilogy The Definitive Edition. GTA The Definitive Edition. GTA Trilogy The Definitive Edition. GTA The Trilogy The Definitive Edition. Все о ней говорят, что-то новый ремастер от San Andreas? И добавили много баллов. Да, я тебя понимаю, чувак, это реально задолбало. Короче, они ничего не изменили. Ни тебе новые физики, ни новые графики. Ааа, задолбали! Уверен, многие из вас уже успели оценить этот кринж. Кринж чистый. Но все же, если вы живете под камнем и без понятия, о чем идет речь, не так давно Rockstar приготовили ремастер легендарной GTA San Andreas. А вкусно! Будто говна поел. Не особо пришелся по вкусу. К черту пластмассового СиДжея! Оригинальный СиДжей мой лучший друг. Поэтому сегодня, используя моды и мой мозг, я полностью переделаю оригинальную GTA San Andreas до неузнаваемости. Некоторые моды вас удивят, некоторые порадуют, а некоторые взорвут вам мозг. Но перед Давайте, началом, я готов. Сделайте себе чай. Думаю, я уже чайку выбил, спасибо. Спорить, что оружие в San Andreas играет не последнюю роль. Ибо действие разворачивается в Америке. А поэтому где оружие данные пиксельные пуколки уже не в тему. К черту их, юзаем Next Gen Remastered Weapon. Окей. Данный мод улучшает каждое оружие в игре на свет. Ля. Качественное. Причем по качеству он местами будет обгонять даже GTA 5. И это Ничего сейчас была себе. Не шутка. И что, кстати, важно, оно отлично сидит в руках. Что не скажешь о ремастере? А еще добавляют реалистичные. О боже, даже пальцы нормально сделать не могли, боже. Это Ой, офигенно! Эти... Ну и в отличие от ремастера, где когда вы убиваете NPC, из него вываливается оружие с размером СиДжея. That's quite big. То Impressive. Тут оружие нормальных размеров. И, конечно, улучшенный и исправленный джетпак и парашют. Вот представьте, дождливая погода, вы катаетесь либо один, либо вместе со своим другом сам. Блин, Кинзен сейчас похож на какого-то странного лица. Это Сеньора Пэлла. Абсолютно новые ощущения в игру. Новые ощущения от вождения, перестрелок, да даже от простой ходьбы. А проходить Неплохо. Миссии с этим модом просто что-то непередаваемое. Однако, я заметил небольшой баг, который чуток да и портит атмосферу. Какой у персонажей, же? Да и у самого СиДжея при разговоре дергаются лишь губы. Hey, I appreciate the opportunity. И воспринимать диалоги педов всерьез ну, не особо-то и получается. Поэтому так с движком всегда бывает. Все-таки Отныне там лицевая анимация. Открываться, а как и собственно и должен был. Оу. Это, конечно, маленький мод, однако это другое вот дело. Это уже другое Вы дело. Вы не могли не заметить крайне кринжовую внутреннюю отделку автомобилей. Да и мотоциклов,
да и всего другого транспорта в целом. И это, знаете, ну, не предполагалось, что будете это все видеть. Хотя разработчики. Зачем прорабатывать то, что вы не увидите? Однако мы должны это исправить. Ну-ка. HG Universe GTA Vehicles. Вот это выглядит четкие и высокополигональный! Безусловно, есть горки с более крутой отделкой, как GTA 5, однако из-за них граф летает. А здесь руки, как и полагаются, на руле, более реалистичные повреждения, обусловленные высокополигональными полигонами. Можно включать свет полигональными. И вместе с этим меняется и звук каждой машины. Вы просто оцените этот мед для ушей. Чувствую, в этот момент Доминик Торетто медленно, верно, начал давить свой майонез на такие звуки. Машины, грузовики, мотоциклы, летный транспорт, водный транспорт и даже военный. Блин, танк, конечно, танк, кстати, выглядит шикарно. Такого суперкачества, как педы в игре, к сожалению, однообразные и занимаются одним тем. Да, неписи, конечно. И походят, и это все. Поэтому я решил добавить им щепотку разума. Насколько же все. Отныне благодаря DLP Overhaul педы будут кушать, ходить за покупками, общаться, читать газету, неплохо, говорить по телефону, пить, а потом пьянеть, играть на гитаре. Понятно. Чертовы авторские права. Много чего еще. Также я нашел крайне странный, но офигенный мод. Pet Twix. Знаете эти моменты, когда балласы к вам доеживаются и начинается перестрелка? Так вот, отныне, если вы заезжаете на их район и вы будете в машине, а неподалеку окажутся балласы без оружия, то они начнут пинать, раскачивать и ломать машину. Блин, и неплохо. И при этом оскорблять вас. Это крайне маленький, но офигенный мод. Ах да, раз уж речь зашла о балласах, помните, как я в начале видоса жаловался на балласов индусов из ремастера, которые ни к селу, ни к городу? Это мы исправим с помощью Vago Spets Pack. Данный мод меняет абсолютно всех педов на более четких. В особенности мне зашли балласы и банда Grow Street. И что немаловажно, в отличие от ремастера, где они просто сделали этого чела из оригинала разных вариаций и не пофиксили педов, то в данном моде абсолютно все NPC на высшем уровне. Говоря о педах, некоторые, я забыл, конечно, так себе, особенно Си-Джей, Карл Джонсон Мастер. Я не знаю, блин, какой гений круто делал это данный мод, но вы то, что выглядит странно, опять же, особенно вот парикмахер. То есть человек мало того, что сделал четкие черты лица, хорошую 3D-модель, без искривления позвоночника, так он и заремастерил весь картинку Си-Джея. И к этому честно, добавить еще побольше блеска и текстурочек некоторых, HD, и Си-Джей будет выглядеть реально как будто Си-Джей из GTA 5. Более четкие татуировки. Прям и круто. Немаловажное, пальцы, а не эти сосисоны из ремастера. А я напоминаю, да что ладно, все не оскорбляй, просто велоколузский комбинат. Оу, вы же знали, что у меня есть лучшая группа ВК с мемами и прочим. Нет, мы не знали. Будет логично, если мы заодно и заремастерим чудило сюжета. Катсцен Characters Remaster, который делает каждого персонажа живым. В особенности Райдера, который как две капли воды стал ксероксом Изи И. Думаю, ни одного меня бесит абсолютно отбитый искусственный интеллект водил в Сан-Андреасе. Знаете эти моменты, когда это ты случайно кого-то задел, а чел начинает тебя догонять и таранить? Или когда ты резко затормозил, а тебе в бампер залетело 470 машин? И просто взрывы. Traffic Fix, который реально исправляет поведение транспорта в игре. Отныне, только эти менюшки стоит убрать, то машины будут вас пропускать, водители будут ускоряться, если это безопасно, и также был исправлен. Блин, столько всего выжили из рендервейра, это, конечно, мое уважение. Знали ли вы, что водители в Сан-Андреасе не умеют поворачивать колеса, и на поворотах машина как бы поворачивалась на месте? А теперь я это пофиксил. Но в любом случае, мало кто обратит на это внимание. Но в любом мелочь, случае... но приятно. А, и, кстати, еще одна прикольная деталь, то что медленный большой транспорт в правой полосе, а легкий транспорт в левой полосе. Ну и раз уж речь зашла о транспорте, не думаю, что будет для кого-то сюрпризом, что физика разрушения машины, мягко говоря, такое себе. Благодаря новым машинам, она просто устарела. Это, конечно, вот чуток выглядит лучше, но мне хочется чего-то посерьезнее. Wheel Detach. Теперь при падении, либо сильном столкновении,
у вас может отлететь колесо. Вы, конечно же, сможете продолжить свое вождение, но это будет куда сложнее. Если вы... А честно, спросите, мне нравилось в оригинале просто падать с херовой, опять же, огромной высоты и все равно кататься. Знаете эти моменты, когда ты летишь, и вдруг в сантиметре от тебя образуется дерево, и ты умираешь? Да. Или когда дорога и машины в буквальном смысле образуются прямо перед носом? 2DFX и Draw Distance Mod решают данную проблему. Отныне прогрузка неплохо, но не стоит перебарщивать, машин то... будет в километре от вас. Вы даже в чертовом ремастере это выглядело отвратительно. Реально выглядело какой-то кукольный... Вот! Но... В отличие от ремастера, это выглядит отвратительно. Здесь есть эффект тумана, что как раз таки добавляет реалистичности. Не кажется ли вам окружение в Сан-Андреасе каким-то пустым, что ли? Project Props и Props Vehicle Project добавят мусорки, мусорные ящики, трейлерный парк, мелкие детали. Просто сравните, как было раньше и что получилось сейчас. Брошенные разбитые автомобили в игре выглядят, мягко говоря, кринжово. Ввиду того, что Rockstar импортировали их еще с GTA 3. Данный мод исправляет и улучшает большинство этих моделей, добавляя к ним больше деталей, чтобы они больше походили на автомобили. Также я добавил более реалистичное и депрессивное окружение Лос-Сантоса. Фанаты сделали лучше, чем ребята на подхвате Rockstar. Кринжовостью растительности и самих растений, а более точнее из-за их отсутствия, игра какая-то недоработанная. Ну не сказал, кстати, в версии PlayStation 2 кто побольше было растительности. Кстати, сделано это достаточно похвально. Но вот ладно, это единственный плюс, на самом деле, один из единственных плюсов у ремастера. Before American Dream и Ultimate Plant Series нам в помощь. Отныне каждое дерево в игре сделано до мельчайших деталей. Ёлки, ель, пальмы, обычная трава, папоротники и вот эти растения, названия которых я не знаю. Ну круто же! Карликовая пальма, блин! Тайминг мод меняет вид позиции оружия, как в GTA 4 и в GTA 5, что в свою очередь делает прицеливание более удобным. Неплохо! А, говоря о стрельбе, я заодно вот это, блин, реально неплохо. Шот-камера шейк. Теперь конечно, мне, в принципе, не было проблем со стрельбой в Сан-Андреасе, а тут... отличается по индивидуальности. Также во время стрельбы будет дергаться экран, что добавляет ощущаемость стрельбы. Я уже хочу попробовать. Blood of Screens и Project Overhaul добавляют новые эффекты огня и взрывов, что, кстати, почти на одном уровне с ремастером. А в ремастере, что правда, то правда, сделали они его весьма годно. Жалко, это его единственный плюс. Также новые один из единственных плюсов. Крови и вспышек от взрывов. Отныне на экране будет показываться эффект крови. Спасибо, Blood of Screen. Знаете, я отвлекся и забыл о самом главном, а именно нечеткости экрана и других приблуд в игровом процессе. Поэтому давайте же исправим. Сначала я установил 2К обои загрузки. Конечно, практической пользы никакой, но согласитесь, это офигенно. HD радар, который делает радар четким. Но как бы многим не нравилась карта ремастера, однако мне бы хотелось видеть ее в оригинале. Серьезно, она удобная. HD Items делает абсолютно весь худ в HD. И это не может не радовать. А говоря о четкости, знаете, как у меня сгорела жопа, когда я увидел вот это в ремастере? То есть, да. Чтобы вы понимали, им было лень перерисовывать текстуры. Они просто добавили старые нечеткие PNG картинки. А посему Rosa Project нам в помощь. Благодаря искусственному интеллекту они переработали большинство текстур, начиная от рисунков на стене, плакатов, обычных текстур, ржавого металла, и это просто шикарно. Это круто. Кстати, мне очень зашел эффект параллакса наверное... мастере, который делает здесь здание как картинки, аж окружение стало четким. И я надеюсь, наверное, что просто это не выспался. GTA 4 Carjacking Camera Style отныне делает камеру игры во время угона машины кинематографичной, прям как в GTA 4. Неплохо, да, не сказал бы, что прям супер нужный прикол. Отсутствие физики в ремастере окончательно убило мою хоть какую-то надежду на нее. Ну типа, я реально надеялся, что они добавят рэгдолл, потому что, ну камон, в 21 году без рэгдолла это как минимум стыдно. NPC, особенно учитывая еще эйфорию у GTA последних. Поэтому рэгдолл и рэгдолл Bullet Physics. Отныне NPC будут чувствовать из мяса и плоти. Их можно будет двигать. Я сказал, что прямо из мяса и плоти, но уже более-менее. Одно удовольствие. А от попадания пуль они не будут танцевать, а будут отлетать. В общем-то, как и положено. Enterable Hyrule Interior, который исполняет мою давнюю заветную мечту в GTA. То бишь, отныне вы сможете зайти почти в любое здание. Магазины, дома персонажей сюжета, свита, райдера и других. Аэропорт изначала, полицейские участки неплохо. И много куда еще.
Меня всегда раздражала смена одежды в игре, так как приходится ждать, пока CJ оденется, потом выйдет, и это занимает много времени, а хочется, чтобы неплохо, было как-то, но да, анимация лишняя. Чисто меняешь и смотришь, что тебе по душе. Нам в помощь Faster Closest Changer, который делает это возможным. Менять одежду стало в разы приятнее. Копы в игре, вот это неплохо. Мягко говоря, реально, глупые. Порой бесил, когда там, блин, анимация по 5 секунд. Если вы уже набрали 5 звезд, вам в любом случае будет скучно. Я это исправил благодаря Pet Skills. Вам теперь реально придется стараться и даже думать. Ибо NPC стали настолько умными, что они могут вас сталкивать с дороги, если рядом обрыв. Они стреляют точнее и видят вас сдалека, а не только когда вы перед ними. С этим модом, даже с двумя звездами, вам придется нехило попотеть. Bullet View добавляет эффект полета пули, как снайпер Ghost Warrior. И хз, как автор сделал так прикольно, но это просто пушка. Постарался, выжил из движка, так сказать. Дает возможность грабить магазины, как в GTA 5, что, кстати, добавляет больше интерактива. Ведь теперь можно заходить в любой магаз. А на десерт я оставил DirectX 3.0. О, ну это уже слишком. Один из лучших, а самый лучший графический мод на данный с момент. С одной стороны, с другой это, слишком все. Сделали у нас в СНГ. Лосница, и блестит. Сделал его парень, который даже не учился на программиста. Он чисто начал изучать маппинг в школе и в итоге сделал графон получше, чем Rockstar. Чего, блин? Как я неоднократно говорил, СНГ-шных разрабов надо поддерживать, ибо у нас и так практически их нет. Не, ну неплохо, но все выглядит слишком как-то вычурно, если честно. И вас попрошу не пиратить, а купить, если у вас будет желание, ибо такой труд нужно поддерживать. Новые отражения, прям это перебор даже. Луны, новая вода, отражение на машине и самое сумасшедшее — капли дождя на машине. Это вот это круто, ладно, можно вот это вот действительно круто проработано. И, кстати, он добавил эффекты дождя и на экран. Ну, куда же без этого? Подробнее про этот мод можете глянуть у Дани Десу. То есть, вроде неплохо, но в некоторых моментах прям перебор, сказал. И это только бета. Но все равно, уже не релиз. Ну а сейчас я бы хотел сказать огромное спасибо за поддержку у своей аудитории, ибо для тех, кто не в теме, у меня украли канал. И украли его по крайне тупому способу. А мне заскамили почту. Типа письмо от партнерки, а на самом деле это был скам, и мне было предложено скачать файлик Word. Ну, файлик Word и файлик Word, это же не прога. А на самом деле, это была скам-программа, которая была замаскирована под файлик Word. Многие, вот кстати, писали как, мне в личку и спамили в комментах, что он сдал канал в аренду, но нет. Да и за такое YouTube банит пермачом, ибо там все на пруфах. И после двух недель разборок, мне еще неделю не возвращали канал. Ибо там проверяли по IP и шло разбирательство, но в любом случае, все решилось. Хотел также поблагодарить свою партнерку BBT. TV за помощь, это лучшая партнерка из всех существующих. И, конечно же, спасибо вам, так как поддержка в ситуации, когда все жопа, да, реально слава богу, помогает. Что все разрешилось. Так что огромное вам спасибо. И поворачивай, Вот это, конечно, было неожиданно. Вау, ребята, ну что же, это... Это просто пипец. Я в шоке, что некоторые моды на голову выше, чем сраные попытки Rockstar и Grove Street Games сделать ремастер. Это уже даже нафиг не смешно. Да, многие могут сказать, ну типа это крупная компания, но они все равно делают лучше. Нет, ребята, они не сделали лучше, они сделали игру, которая на многих платформах стоит выше 4000 и работает хуже. И это ни хрена не показатель, поэтому... В этом плане все очень плохо. Эти же моды действительно сделаны энтузиастами. Круто, качественно. И многие из этих модов действительно показывают по-настоящему классное улучшение. Да, возможно, вот этот SA DirectX выглядит слишком вычурно по мне. То есть, ну как-то не знаю, все выглядит, как бы сказать, как будто просто засунули в прогу там автоматического добавления целую кучу текстур и получилась просто вырвиглазная картинка. То есть, слишком много деталей, которые, ну, не должны так сильно врезаться в глаза, но все равно... Та проделанная работа, опять же, капли, проработка дождя, многих отражений, текстур, все равно прям вызывает искреннее уважение, серьезно. Все, кто делает эти моды, ребята, вы молодцы, я надеюсь, что San Andreas будет жить и будет продолжать жить именно в том оригинальном виде, а не в этом ремастированном, который, блин, еще пытаются исправлять даже сами Rockstar и даже вызывают людей, чтобы они спасали это убожество от Grove Street Games. В общем, Kingdom. Огромное спасибо, респектос и Генста Лайкос, это было обалденно, а я, пожалуй, как-нибудь попробую эти моды. Серьезно, скачаю и наслажусь этим кайфом.